писали отклики, говорили. Все это было. И люди. Самое главное в этот день это были люди. Мы готовились, мы делали все для того, чтобы в 8 часов утра двери избирательных участков распахнулись для вас. И вы пришли. Помню, первый созвон в 7 утра, председатели комиссии звонят и говорят, что невозможно подойти к дверям, потому что очереди стоят в 7 часов утра. И все хотят попасть на участок. За тот час, пока не готовились, народу еще прибавилось. И когда в 8 часов распахнулись двери, я, конечно, вздохнула с облегчением. Но на участках началось, вы сами знаете, кто был утром, что было. Это была такая радость, что все получилось. И мы с волнением ждали каждый контрольный час созвон. И понимали, что явка просто зашкаливает. Это сделали вы. Нельзя украсть победу, нельзя украсть заслугу у тех людей, которые сами сделали свой выбор и сами пришли. Если бы не вы, если бы не жители Крыма, говорить было бы не о чем. Вы все большие молодцы, это ваша победа. Я желаю вам, чтобы вот та гордость за сделанное и та радость от результата никогда не покидала ваши сердца, и вы пронесли сквозь свою жизнь, и дали своим детям это чувство, это гордость, это понимание того, что вы были в этот день, и что вы были участниками всех этих событий. Я хочу, чтобы годы проходили, а в этот день мы также волновались и радовались. Спасибо вам большое. Я хочу вручить благодарственное письмо одному из участников тех событий, председателю участковой избирательной комиссии. На сегодняшний день это 496-я комиссия Барзаковой Ольги Константиновне за те... За ту работу, которую она тогда сделала, Оль. Спасибо всем еще раз. Слово предоставляется председателю Ялтинского отделения Крымской региональной организации «Русская община Крыма», депутату Ялтинского городского совета Ирине Михайловне Алексеевой. Дорогие ялтинцы, крымчане, россияне, поздравляю вас с праздником, с третьей годовщиной общекрымского референдума и днем воссоединения Крыма с Россией. Это эпохальная дата в истории Крыма и России. Восторжествовала историческая справедливость. Мы вернулись домой в Россию. Родина-мать прижала нас к своей груди. Все годы независимости крымчане верили, боролись, надеялись, что мы однажды вернемся, Россия, под твои вековые крыла, от свободы своей обессилев, что измучило нас догола, ведь нас отрезали и не спросили, нужно ли нам от тебя защищать. И крымчане боролись за возвращение домой. Мы боролись за право говорить и мыслить на русском языке, чтить своих героев, а не бандеровских, отмечать наши великие праздники, защищали нашу православную веру. Этот день 16 марта запомнили все мы, потому что я была сама членом участковой избирательной комиссии и видела, правильно, в 7 утра уже стояли на избирательный участок люди, очередь была. И когда бросали бюллетень, многие даже целовали урну и говорили: «Спасибо, мы наконец вернулись домой. Как долго мы об этом мечтали». Хочется сказать спасибо всем, кто принимал участие в событиях Крымской весны.
и народному ополчению, казакам, которые стояли на Перекопе и Чангале, тем ребятам, которые блокировали военные части, ведь у нас ни одного конфликта не было, воинские части, сами знаете, сколько в Крыму, всем тем, кто возили продукты нашим ополченцам, тем ребятам, которые 11 марта водрузили триколор над зданием Ялтинского городского совета, всем участников митингов, всем членам избирательных комиссий, наблюдателей, а их было так много. Ведь, представляете, 90-летний Анатолий Михайлович Сотников пришел и сказал мне: «Я хочу быть наблюдателем на избирательном участке». Я говорю: «Анатолий Михайлович, как же, вам будет тяжело». «Нет, я хочу». И он был наблюдателем на избирательном участке. И хочу сказать, что если бы не воля нашего президента Владимира Владимировича Путина, если не поддержка России, ведь за нас молилась вся Россия, ведь не случайно 15-го день державной иконы Божьей Матери, и в этот день икону державную крестным ходом пронесли по всему Крыму. И мы вернулись. Спасибо всем. И не хочу сказать, что не случайно будут перенесены выборы президента в 2018 году на 18 марта. Это подчеркивает важность этой даты в истории всей России. Спасибо России. Слава Путину.